Так, ребят, всем привет. Но перед тем, как мы начнем, я скажу самую умную мысль. Дельфины едят рыб фугу, чтобы кайфануть. Это ж надо, а? Ну, а с вами, ребят, канал Евгендру. И сегодня, друзья мои, мы в Славянске. Точнее, уже в Славянске. Сегодня мы ездили с вами. Точнее, с вами не ездили, а сам я ездил. В Харьков. Вот, а это сейчас я просто остановился, потому что хочу кушать. Купил такую пиццу классную. И вот такое классное кофе. Американо называется. Ой, ребят, как же вкусно. А, блин, целый день ничего не ел. Верите, время уже началось 4-го, я еще ничего не ел. Вот. Решил мотануться на Балу. В Харьков. И приехал не с пустыми руками. А привез же мне вкусных ароматных конфет. Сейчас я вам их покажу. О, какие. Трюфель какой-то. С этим. С орехом, короче. Но это только один. Вот тут у меня немножечко угостили. Это меня на предприятии там. О, шоколадка растаяла. Капец, что же я натворил. Ля, там вообще... Ёханы по голове. Придется в морозилку кидать. Ну, а целый ящик у меня там в кузове. Ну, туда пока долезешь. Ой, блин, салфетки упали. Да что ж такое? Что мне сегодня вообще какой-то, ребят, день беговой. В Харькове заблудился. Не знал, куда мне ехать. Прикиньте. Вот я знал, куда мне ехать, но я не знал, куда мне ехать. В итоге, короче, там у меня был с правой стороны ориентир. Церковь. Ну, я ж как... Обычно я же звоню, говорю, не надо мне геолокацию, я сам все знаю. Вот, в итоге еду. Потом смотрю, а мне что-то уже ориентир был, церковь. Смотрю, высотки пошли, какие-то там магазины пошли. Вот. А я думаю, что-то не то, ну стоп, введу-ка я адрес в поисковике. Ну, в этом, в гугле. А я, получается, проехал аж... 7 километров от этого места, где должен был повернуть. Ну, думаю, капец. А Харьков, это же вам не Краматорск, не Славянск, да, там не Дружковка. Там же развернуться, там надо в один поворот зашел, кругля дал, зашел в другой поворот, я только выехал на ту трассу, которую тебе надо. Короче, крутился, еле выехал на ту трассу, что мне надо. Ну, в итоге, дальше пошел по навигатору. Вот что называется, меня мозги мои подвели. Ибо, говорится, нефиг полагаться на то, чего нету. Но, как мы с вами знаем, мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идеи. И эта идея была включить навигатор. Умная, капец. Блин, какой же я умный, а. Фу, аж страшно самому. Как так дальше жить, я не знаю. Я уже почти доел. Сейчас будем с вами, ребят, выдвигаться. Я уже домой хочу. Ноги гудят от этой газульки. Голова гудит от этого мотора. Вот вечная проблема водителей. Как поедут, вечно им что-то не нравится. Короче, как гласит народная поговорка. После вкусного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, полагается курить. Но! У меня пришло обновление. Решил, думаю, дай брошу навсегда это дело. Ну хватит уже, сколько можно бабки-то на воздух спускать. Фу, друзья, только что лисицу расплюснутую на асфальте увидел. Она что, блин, я вам говорю. Фу, капец. Ребят, вы, блин, куда вы когда летите, вы хоть смотрите, куда вы летите? Бедное животное. Так таких по трассе валом. Собаки, кошки, зайцы. Даже ястребов умудряются сбивать. Да? Как бы где небо, где асфальт. Но умудряются и ястребы валяться. Кстати, ребят, мои впечатления по поводу поездки в Харьков. Честно, я не люблю этот город. Вот не люблю я туда ездить и все. Вот. И, наверное, я знаю, какая этому причина. Потому что в Днепр ты едешь тупо по прямой. Начинаешь ехать в Харьков, подъемы, спуски, спуски, подъемы, резкие повороты, развороты, вывороты, подвыпад, верты. Фу! Плюс город такой какой-то, я не знаю.
Так, ребят, остановился, короче, по двум причинам. Первая, соответственно, это справить нужду. А вторая, нифига себе, прикинь. Стоит. Стоят мои вкусы. Ой, а какой тут аромат, друзья. Так вот, короче, прикиньте, купил жене вот эти орешки. Называется... Как же они называются? Цукерки с шоколадным мигдалем, то солоною карамелью. О! И вот этот один ящичек мне, ребят, обошелся. 265 гривен. Здесь 1,5 килограмма конфет. Ну, я думаю, выгодно взял. По той причине хотя бы. Потому что, ну, у нас в городе цены там космические. А на Балу намного вкуснее. Ой, ребят, сейчас что-то произойдет не ужаснейшее. Так, сейчас я на секунду буквально. Фу, ребят, теперь мир теперь стал еще прекраснее. Это огонь. Кстати, друзья, я вам хочу порекомендовать посмотреть один замечательный фильм. Называется он «Ангела». Это фильм, снятый по типу «Такси». Поняли? Короче, французский фильм. Снял французский режиссер, который снимал «Такси». Очень интересный фильм. С очень глубоким смыслом и подтекстом. Известный австрийский психолог и психоаналитик Зигмунд Фрейд когда-то сказал: «Любой плохой день можно исправить едой, сном или сексом. Но если это не помогло, открывайте коньяк». Вот такой, ребята, Зигмунд Фрейд был умным. Я тоже хочу стать таким же самым умным. И тоже так много знать. Но, к сожалению, всего знать не дано, как мы знаем. Вот. А также не дано знать то, что я уже приехал на базу и сейчас соберусь ехать домой. Так что, ребятки, я с вами на сегодня прощаюсь. Привет огромный тем, кто переживает, что я куда-то пропал. Я здесь, я никуда не пропал, все хорошо со мной, все нормально. Устал только немного. Что-то такое состояние неадекватно. Все, всех благ мира, всем добра, любви, тепла и улыбок. И самое главное, не забудь подписаться и поставить лайк. Давай.